конечно, все это круто и эпично, но мне нужно собирать грибы. А впрочем, тут везде грибы. Да, сплошная мелочь. Надо найти что-то покрупнее. Да ну, это все мелочь. У меня такие дома под кроватью растут. Ну ни хера себе грибочек, я вдул. Моя башка. Чувак, ты упал прямо мне на голову. Вставай, есть разговор. Знаешь, а ты так похож на одного моего знакомого. Ты точно не очередной клон Shadow? Нет, я — это ты, только из будущего, и я хочу... А может быть ты просто глюк? Сам ты глюк. У нас нет времени на разъяснение того, что я настоящий. Докажи. Ну хорошо, ты сам напросился. Ладно, верю, но почему ты выглядишь как я в молодости? Что ты хочешь этим сказать? Ну, ты толстый, и у тебя глаза зеленые. Хотя стоп, почему у тебя глаза зеленые? Это все Теос, я еще легко оделся. Он вообще хотел меня в розовый цвет покрасить. Это ждет и меня в будущем? Ну да, будущее у тебя довольно мрачное. Ха. Ну я надеюсь, я не буду превращаться по ночам в оборотни и гоняться за разноцветными пришельцами. Ладно, не будь тебя расстраивать. И вообще, я здесь по важному делу, от этого зависит судьба мира. Ну выкладывай, Соник, из будущего. Если не решим проблему, все потеряно. В будущем Эггман найдет и роботизирует жуткое создание, именуемое Пожирателем Времени. С его помощью он создаст воронки, чтобы искажать пространство и время. Поэтому он захочет перебросить свои войска сюда. Новые роботы? Это же хорошо, а то наш Эггман совсем закис. Ваш мир еще не готов к такому вторжению. Тем более, что через воронки могут проникнуть куда более ужасные вещи из будущего. Вторжение? Звучит заманчиво. Давно такого веселья не было, наконец-то жиртрес приносит пользу. А, вижу тебя не переубедить. Ладно, тогда сюда затянет и Эми из будущего, и тогда и тут их будет две. Ты этого хочешь? Черт, мы должны остановить безумного доктора! Где он? Проблема-то как раз в том, что я и не знаю. Но если расчеты ты его заверны, то толстяк, как я, должен бы появиться где-то неподалеку отсюда. Тогда нам стоит поспешить. Мир в опасности! Это что, яйценосец? Он самый. Погоди, откуда ты знаешь, что это яйценосец? Эггман построит его только через 7 лет. Ну, я его уже видел пару раз, да? Вот черт, временная линия уже нарушена. Нам нужно срочно попасть на борт. Мы могли бы взять торнадо Теоза, чтобы долететь. У нас нет на это времени, тем более, что яйценосец стал гораздо быстрее после того, как Эггман установил на него двигатель на нулевом элементе. Даже на торнадо его не догнать. Значит, идем на перехват. Заберемся на самую высокую точку острова. Туй сюда, здесь есть хороший срез. Это и есть срез? Конечно, он доставит нас на самую высокую точку леса, а оттуда есть несколько путей до центра острова через святилище. Что-то не припомню такого у себя. Неужели ситуация настолько плоха? Что-то заело? Не, просто Эггман с Теозом улучшили его. Теперь он автоматический. Почти. У нас такого никогда не было. Похоже, что пожиратель сильно исказил вашу временную линию. Значит, мы должны остановить его. Идем. Этой дороге мы придем к центру острова. Опа, гляди-ка, там наша пузо сидит. Я недавно разрушил очередной ее план, поэтому у него депрессия. Наверное, его лучше не трогать. Погоди, это же не ваш Эггман, это наш Эггман! Только я не пойму, что это за место и чего он ждет. Это что-то вроде общественного транспорта. Сверхскоростная труба для крутых парней, умеющих сворачиваться в шар, и жутко неудобная вагонетка для лузеров типа Эггмана.
Впрочем, сам Эггман это и построил. Не без помощи Тейлза, конечно. Хотя мы этой сетью не часто пользуемся. То есть ты хочешь сказать, что Эггман теперь пользуется этим транспортом вместо своего яйцемобиля? Ну, конечно, не скажу, что так часто пользуются. Машу жвать, он уезжает! Соник, ты чего-то хотел? Хотел. Еще раз спасти мир от твоего безумного плана. Но у меня уже нет никакого безум... Ау! Какого хуя? Вытащи отсюда меня, футболист, хи... Ха, круто. Зачем ты его так? Сам он отсюда не выберется. А значит, не помешает нам искать пожирателя. Ну ладно, запрыгивай. Едем за яйценосцем. Нет, ну ты что, совсем ху... Как интересно. В мое время Тео с Эггманом никогда бы не додумались до совместного строительства магистраль над островом. У них в планах еще было строительство таких же магистралей по другим островам. Было. До последней выходки Эггмана. Он умудрился превратить остров Ангелов в гигантское энергетическое оружие и разнес в клочья яйцо смерти. Жаль, я этого не заснял. Это нехорошо. Этого не было в моей временной линии. А если все эти изменения повлияют на будущее, боюсь представить, что произойдет. Я так думаю, если мы победим пожирателя времени, то все обойдется? Не уверен. Тейл сказал, что нужно быть готовым ко всему. И слишком большое количество искажений вызовут временные парадоксы. И тогда вселенная взорвется к чертям. Парадоксы? Что такое парадоксы? Ну, это фигня типа Эггман построил машину времени, а я вернулся в прошлое и предотвратил это, в результате чего он не построил машину времени, и я не вернулся в прошлое, чтобы это предотвратить. Я нифига не понял, но все равно. Заткнись, пожалуйста. Вот мы и на месте. Восточное крыло святилища. Самая высокая точка острова на данный момент. Небесное святилище. Я уже и забыл, как оно выглядит с того момента, как оно обрушилось на остров. Если все получится, я постараюсь сохранить его. Для будущего. Лучше не надо. Это может привести к другим искажениям. Раз в потоке времени оно должно быть уничтожено, значит оно должно быть уничтожено. Погнали, мы должны быть готовы. Погодь, объясни мне, почему ты так уверен в том, что яйценос обязательно пролетит мимо этой точки? Я? Это же ты вызвался ввести меня через вашу временную линию. У тебя есть другие варианты, как попасть на яйценосец? Сидеть здесь и ждать, пока чертов корабль пролетит мимо нас или пролетит вообще, не самая лучшая идея. Я спросил, у тебя есть идеи получше? Чувак, ты начинаешь выводить меня... Твою за ногу! Нифига себе, ты умеешь обращаться с оружием? Ха, конечно умею. Я что, хуже Шэдоу? Шэдоу умеет обращаться с оружием. Он недавно снимался в дешевом боевичке. Идея провалилась, зато его самооценка взлетела до небес. Теперь он создает свой стиль темного, загадочного, совершенства, ненавидящего и презирающего весь мир. Хотя он же этот мир и спас от пришельцев. От цветных пришельцев? Не, обычных. Черных или красных, не помню уже. Берегись, там еще мотоглюки. Чёрт, а ты все-таки быстрый, мне не угнаться за тобой. Ничего, через десяток лет ты и не такому научишься. У тебя появилась идея, как попасть на яйценосец? Появилась, и я вижу решение. И что дальше? Секунду. Запрыгивай, куда? Ау, больно. Эй, братан, ты где там? Да тут я уже, тут. Так, ну вот мы типа и на месте, что дальше? Что, тебя останавливает сильный ветер? Я бы не сказал, что останавливает. Хотя тормозит нехило. Ладно, держись тут, я вход найду. Так, кажется, я нашел кнопку открытия ангара. Я, конечно, за тебя очень рад, но мне тоже нужно как-то отсюда выбраться. А как выглядит этот пожиратель? Мы сможем его найти? Ну, со стороны похож на сгусток дыма или газа. Есть образование, похожее на морду. Но не знаю, как он будет выглядеть после роботизации. Хм. Тогда, если это сгусток газа, как мы будем его бить? Ха.
Если бы знал, то победил бы еще в своем времени. Вот поэтому я и здесь. Ничего, я уже уничтожал монстра, состоящего только из воды, и с этим как-нибудь справимся. Время нельзя победить. Время пожирает все. Ага, я нашел тебя. Вот сейчас мы и посмотрим, кто из нас быстрее. Это еще что за каракатица? Не знаю, что курил Эгман, когда создавал эту штуку, но выглядит жутковато. Я раздавлю вас в течение времени. Это место мне очень знакомо. Это же завод «Металлический разум». Чёрт, как мы сюда попали? Похоже, что пожиратель исказил время и пространство, чтобы закинуть нас сюда. Вот чёрт, как нам отсюда выбираться? Мне кажется, что вон та сфера в середине пожирателя, его уязвимая точка. Понятно, будем бить как можем. Только как быть со здоровенной бандурой, мешающей проходу? Это не проблема. Отойди-ка. Так, где это мы? Неужели высокогорье? А куда пропала мелочь? Это не выразить цензурно. Я тоже хочу так уметь! Научишься, не беспокойся. Почему мы оказались тут? Разве ты не победил пожирателя? Похоже, что нет. Но мы точно нашли его слабую точку. По ней будем бить и дальше. Понятно с этим. Хотя знаешь, мне не нравится одна вещь. Хотя, даже три. Первое, это медленно поднимающаяся раскаленная лава. Второе, это единственный выход, залитый уже лавой. Ну и напоследок, это хаватель времени, который, кажется, собирается в нас чем-то стрелять. Ну и какие будут идеи? Возможно, настал момент опробовать одну фигню, которой я недавно научился. Ну, дерзай, пиндеш. Ух ты, а это довольно весело. Знаешь, я тоже в какой-то степени разделяю твою радость. Но здесь, блин, становится жарко. Кончай веселиться, черт, побери! Ты видел это видео? Я тоже крут! А я уже давно разучился спиндешить. Карнавальная зона? Но почему он... Чтоб меня Эгман обогнал пешком? Бочка смерти! А, вот чёрт, сейчас же его удар хватит. Надо найти пожирателя и выбираться отсюда. Как, в порядке? Немного в офиге, но пройдет. Это неловкое чувство, когда видишь одну из самых ужаснейших вещей своей в жизни, и все жуткие воспоминания нахлынивают разом. Ой, как мне не нравится это. Пожиратель, по ходу дела, специально подбирает такие места, которые вызывают сильный эффект дежавю, чтобы свести нас с толку. А уж. Завод, высокогорье, карнавальная зона. Не думаю, что найдется еще одно место, которое будет более жуткое, чем это. Чтоб меня яйцом смерти придавило. Беру свои слова обратно. Звездное шоссе. Не в самом лучшем виде. Это точно не к добру. Ищем поедателя и валим отсюда куда угодно. Ты тоже это видел? Да, это еще один ты, только из прошлого. Давай поможем ему. Вот Эгман офигеет, когда увидит трех Соников. Нельзя вмешиваться в действие этой линии. Здесь пока что все в порядке. Пускай так и будет. Это еще не конец, ёж. Кажется, самое время обратиться в религию. А вот и он. Бежим! Слухай, у меня тут возник вопрос. Если совершенно случайно хаватель убьет меня из прошлого,
Это как-нибудь скажется на мне или тебе? Сложный вопрос. Надо спросить у Тейлза. Так, начало связи, сеанс 3. Как слышно? Слышу. Сейчас строю. Отрегулировал вроде. Должно работать лучше. Предыдущий сеанс. Ну нифига себе. Это вы что, общаетесь через время? Что там пищит? Неужели ты в прошлом? Я забыл, какой у тебя был писклявый голос. Лучше бы ты дальше помалкивал. Чш, там, по ту сторону экрана. У молодого меня возник вопрос. Что будет, если пожиратель убьет меня в прошлом? Теоретически, твоя временная параллель уже расходится путями с нашего многом. Поэтому искажения не повлияют на нашу линию. И на тебя тоже. Ну сам знаешь, слишком большое количество искажений. Чёрт, как же я раньше-то не догадался. Проклятие, теперь я понял, что тут происходит. А что происходит? Наша временная линия стирается. Связь пропала. Конечный приемник больше не существует. Что это значит? Это значит, что моей временной линии больше нет. Она стерта навсегда. Как так? Но ты ведь еще существуешь. Я теперь всего лишь временной парадокс, которого быть не должно. Не знаю, что произойдет. Тейлз говорил, что парадоксы исчезают сами по себе. То есть ты исчезнешь? Скорее всего. Но пока что я еще не исчез. И я полон сил для того, чтобы продолжать сражаться. Мы будем идти вперед до тех пор, пока не победим этого проклятого пожирателя. Мы уничтожим его, отомстим за мою временную линию. Пускай ваша временная линия будет в безопасности. Вперед, мой друг, пахнет героизмом. Или героином, точно. Глянь, к нам что-то приближается. Чёрт, и как долго они нас лупить будут? У меня есть идея. Я крут, да? Скажи, что я крут. О, да, ты крут, доволен? Я чё-то не пойму. Мы ему вообще хотя бы какой-то урон наносим? Ни малейшего понятия. У него ведь нет хелсбара. Сигма Альфа 2, направляемся на юг, через город. Продолжаем путь. Все системы в норме. Это центр управления полетами. Видим вас на радаре. Доложите о состоянии груза в виде захваченного ежа. Это 10-4. Груз доставлен на борт и... база. Мимо пролетели два ежа. Снести нам крылья. Закусывать надо, солдат. Так точно, закусывать. Ух ты! Что это за место? Это твое относительно ближнее будущее. Самый обычный город. Город? Это не похоже ни на один из городов, что мне приходилось раньше видеть. Не, обычный жилой город. Тут люди живут. Кто такие люди? Люди? Ну, например, Эгман один из них. Вот это круто! Целый город, населенный одними Эгманами. Зашибись. А, ну не Эгманами, а... короче, забей. Если я не ошибаюсь, то сейчас должен появиться один мой старый знакомый. Твою мать! Ну, здорово, братиш, как давно не виделись. Иди сюда, обними меня. Ты маешь. Что это за махина гонится за нами? Одна часть организации, подробности не буду рассказывать. Я имею право знать, кто пытается убить меня. Забей, в ближайшем будущем сам все узнаешь. Выслеживай хавателя, он должен скоро появиться. А вот и он, пунктуальный сосуда. Мне не очень нравится, что нас понемногу зажимают с двух сторон. Чувак, это же весело. Смотри, как надо отжигать в будущем. Ну ни хрена себе! Ау, мне это не нравится, убери эту штуку. Сейчас, не спеши. И что дальше? Начинается веселье! Прыгивай!
Охудеть. Как много кораблей. Кораблей Эггмана. Мне тут нравится! Флотилия. Как же давно это было. Чёрт, да здесь пожиратель имеет огромное преимущество перед нами. Можно я уничтожу парочку? Нет, сосредоточься на поиске пожирателя. Он может быть где угодно. Ну пожалуйста, я быстро! Чувак, когда я тут был, мне помогали Тейлс и Нахус. И даже с ними было очень тяжело. А, чёрт с тобой. Беги давай. Только далеко не уходи. Если найдешь пожирателя, крикни. Спасибо, я мигом. О, как ребенок, число. Ну и я пойду искать пожирателя. А, похоже, я себя недооценил. Вот я и поймал тебя одного. А, думаешь меня так просто победить? За мной прошлое, настоящее и будущее. В моих руках величайшая сила. Ты не с тем связался, монстряк. Ты не подвластна, блин. Но теперь ты не твой друг Эггман был слабаком. Но ты представляешь настоящую угрозу. Ты посягнул на мою стихию. И за это ты будешь уничтожен. Осталось разобраться со вторым. Эй, друг, я нашел его! Он тебе уже не поможет. Это еще почему? Что ты с ним сделал? Он получил то, чего заслужил. Заперт во времени, но у тебя же еще есть шанс вернуться назад и начать все заново. Ну уж нет, я спасу его, а тебя загоню обратно в ту дыру, из которой ты вылез. Тогда ты сам выбрал свою судьбу. Оу, чертовы рельсы, чертовы пушки. Пушки? Может быть, если мне уже... Чёрт. Какое странное место. Эй, Жорик, выходи, хватит прятаться. Ты слишком самоуверенный, Ёж. Время таких не щадит. Он жив! А ну немедленно отпусти его, каракатица! Ты быстр, но тебе не удастся обогнать течение времени. Видишь, что я сделал с тобой в будущем? У тебя нет шансов! А, ты ведь не думаешь, что сможешь меня так просто одолеть? Хаос-контроль! Ты как, в порядке? Полно. Как хорошо, что я всегда с собой ношу этот поддельный изумруд. Спасибо, Шэдоу. Веди, из него что-то посыпалось. Чтоб меня мотоглюк задавил. Это же изумруды хаоса. Он использовал их как источник силы? Не похоже на то. Изумруды полны энергии. Наверное, он их держал у себя, чтобы мы не воспользовались ими. Вам не удастся избежать своей судьбы. Я сотру все время, и в мире наступит новый порядок. Сами не знаете, во что ввязались. У тебя глаза красные. Погнали, надо добить этого монстра. Звездец он крепкий. Слишком сложно разогнаться. Но мы можем попробовать ударить вместе, объединив наши силы. Давай попробуем. Yeah.
победить. Мы победили? Сложно сказать. Все ли правильно мы сделали? Да брось, чувак! Мы спасли мою временную линию и отомстили за твою. Ты выполнил свою миссию. Да, ты прав. Спасибо тебе. Я бы без тебя не справился, братюнь. Время пожирает все. Проклятая машина! Верни его! Верни меня! Соник, блин, вот ты где! Отвянь, какашка, я в печали. Где ты, черт побери, пропадал столько времени? Мы тебя по всему острову ищем. Ты действительно хочешь узнать, где я был? Нет, блин, я хочу, чтобы ты станцевал тут для меня чечетку. Конечно же, я хочу узнать, где ты был. Шэдоу пил, стопудово. Давай, выкладывай. Ты ведь помнишь, что я отправился в грибной лес, да? Так вот, там я встретил себя из будущего, и мы дрались с великим злом, которое пыталось стереть наше время. Мы гонялись за ним по разным периодам, от моей схватки с Эгманом на заводе до огромной флотилии из будущего. Мы уничтожили эту тварь, но она забрала мою копию с собой. Так, точно напился у Шэдоу. И этот запах! Чёрт, чувак, да тебя грибами за километр воняет! Ты ведь... Ты что, нажрался грибов из грибного леса? Ой, дебил, сколько раз тебе повторять, что их нельзя есть без шестиступенчатой обработки, химической фильтрации и термической чистки? Ты вообще сдохнуть мог. Вот поэтому у тебя такие сильные галлюцинации. Но это все правда. Иди ты к черту, придурок. Видеть тебя не хочу. Я в порядке.